Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я покажу, как на устройстве Duji S96 Pro сделать очистку пользовательских сертификатов. В первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «Безопасность», «Шифрование и учетные данные» и выбираем последнюю опцию «Очистить учетные данные, удалить все сертификаты». И затем подтверждаем, нажав «Ок». И после этого хранилище учетных данных будет очищено. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!